Всем доброе утро. Встаем на весы, как обычно. Сто 16 500. Ну. Нормально, хорошо. Уходит хотя бы. Так, у меня завтрак. Белковый. Все тут же самое. Вся та же самая диета. 385... Нет, вру. Уже 400 со сметаной. 400 килокалорий. 40 грамм рисовой муки. 180 грамм пачка обезжиренного творога. Одно яйцо. Ванилин. 40 грамм. 30, ну, короче, столовую ложку сметаны. 10%. Термостатный йогурт закончился у меня. Так что будем завтракать и на работу собираться. Вчера было хорошо, весело, но рабочий день никто не отменял. Все. Кушаю и убегаю. Всем приятного аппетита, кто кушает со мной. Всем до обеда или до перекуса. Не знаю, как получится. У меня перекус. Жареное яичко с сыром. 30 грамм сыра. 3 яйца на сухой сковородочке. Ну, просто обжарила. И 2 ведольки помидорки. Чай я, правда, уже выпила, но потом еще поставлю. Все, всем приятного аппетита, кто кушает. Буду перекусывать. Так, ну что, у меня нехитрый обед. Консервированная фасоль. Я ее промыла, чтобы меньше соли там всего было. Положила специи. Без соли специи. И отварная куриная грудка. 250 грамм куриной грудки отварной, 150 грамм фасольки, 100 грамм огурца, 120 грамм помидора. Весь обед около 600 килокалорий. Все, кушаю. По-моему, около 600. Что-то я, наверное... Что-то я не помню даже. Что-то с памятью моей стало. Ну, примерно. Думаю, что примерно так. Пишите, что вы кушаете на обеды. Хотелось бы знать, что вот на правильном питании люди кушают. У меня уже абсолютно нет фантазии. Я уже не знаю, что готовить. С ума сойдешь. Что-то придумывать каждый день. А тем более сейчас у меня такая вот белковая. Получается, неделя или что. Диета, в общем. Сейчас посмотрю, что у меня на обед. Да, на обед у меня 507 килокалорий. Куриная грудка, фасоль, помидор, огурец, укроп. Я должна была сделать салатом помидор с огурцом, но плюс-минус 9 калорий. Думаю, что роли не сыграет. Поэтому без зелени. Ввиду того, что не хотела салат брать, слишком водой они. А здесь делать... Мыть идти далеко очень все. В общем, намыла, взяла так овощи. Ладно, буду обедать. Всем приятного аппетита. Пишите в комментарии, что можно приготовить еще из доступных продуктов. Какой-нибудь белковый салатик. Простенький. Чтобы вот зашла в магазин, купила 3 минутки и салат готов.
Все, всем пока. Так, всем добрый вечер. У меня ужин. Не надо восьмерку сразу. 100, 9, нет, 900. 7. А, просто на 900, 930. Да. Мама тут пытается на свой телефон денежку положить. Учится. Учу ее. Так, творожок. 350 грамм. Дмитрогорский. 2%. Чай сейчас скипит, налью еще чашку чая. Все, всем приятного аппетита. Устала. Правильно. Буду кушать. Правильно брала свой номер или посмотри. Угу. Правильно, мам. Продолжить. А то продолжить, пойду, да. А то пойду в кошельке посмотрю. Вот. Старый мал, всех учить надо. Сумма платежа. Все, пока, всем до завтра.